сегодня в рубрике «Прогулки по выставке «Крымские мотивы» я вам представлю картину Тахтара Афузова «Сакля при луне». Художник родился в 1901 году в Алупке, а в 1942 году при оккупации Симферополя фашистами в Великую Отечественную войну он был расстрелян. Поэтому очень мало сохранилось картин его авторства. Главными темами его были изображение красот и богатств родного края, родного Крыма. Здесь перед вами традиционный крымский домик с побеленными стенами, с плоской крышей. Такая крыша использовалась как дополнительная площадь для каких-нибудь хозяйственных нужд. Такие домики были характерны для рельефных уголков Крыма, там, где были, например, горы. Здесь, судя по тому, что есть кипарис, судя по тому, что за домиком горы, это южный берег Крыма, возможно, родная Алупка или ее окрестности. Хоть картина называется «Сакля при луне», луны мы не видим, только ее свет выделяет нам белые стены дома. И свет в окошечке создает уют и спокойствие.